Кайл Кэстис. Как предсказуемо. Да, я знаю твое имя. Твое прошлое. И самое главное, я знаю о Кордове. Скажи мне, где он спрятал Голокрон? Отлично. Хватит бегать. Тебе не победить. Смирись. Я и не такое переживала. Видишь своего учителя. Не надоело? Неудивительно, что твой учитель умер. Хватит бегать. Помоги мне, беги. Я и не такое переживала. Талантлив, как последняя ученица Церена, тоже неплохо. Ты ведешь им учет. Странно, что Цера ничего не рассказала. Хранит секреты она не умеет. А ты так хорошо ее знаешь, да? Ох, она была слаба. Раскололась на имперском модуле для допросов. Выдала местонахождение своего наивного подавана. Они бы ни за что меня не нашли. Если бы не она... Она предала меня. Ты Трилла. Она самая. Ты не будешь мной манипулировать. Ты так уверен, да? Когда перед ней встал выбор спасти себя или своего падавана, победила ее эго. Она сдаст тебя тоже. Ну, я могу за себя постоять. Можешь ли ты позволить себе этот риск? В душе твоего нового учителя кроется тьма.
Видел бы ты ее, когда она узнала, что они со мной сотворили. Она дрогнула. Явила подлинную натуру. Прибегла к темной стороне. Она перестала пользоваться силой. Да? Интересно, как скоро она предаст и тебя? Стоит ли доверять ей, когда ты найдешь Голокрон? Что бы сказал Джаро Топал? Ты не имеешь права упоминать его имя. Интересно, что бы он подумал, увидев своего падавана сейчас, скрывающегося в тенях с предательницей, помогающего ей найти легион податливых учеников? Нет, я ни за что не дам их в обиду. Когда-то я тоже так думала. Спасибо, что помог Биди. Ты спас мне жизнь. И помог подобраться к гробнице. Мы нашли ее. Здесь все не так, как в другой гробнице. Не знаю, но мне это не по душе. Я нашел ее, но... Цере, почему ты мне не сказала? Она всегда лжет. Ты? Как? Я перенаправила сигнал, когда ты попытался с ней связаться. Взлом зашифрованных передач всегда был ее любимым занятием. Она меня и научила. Всем, что умеет Цере, я овладела в совершенстве.
Что-то нашел, Биди? Мой друг, эти устройства, похоже, имеют силу притяжения планеты. Другого объяснения я не вижу. У тебя нет времени. На что? Мои разведчики нашли интересный артефакт в гробнице. Я уже изучаю его, открываю его тайны. Кажется, Кордова был просто очарован этими зеркалами. Возможно, настолько, что спрятал голокрон среди их костей. Посмотрим, чему же ты научилась. Помоги мне, Биди! Стим, беди! Стим, беди! За мной должок. Сообщить отряду.
Отлично. За мной беги. Не хочешь проверить? Что там, беги? Что это? Мой друг, найденное здесь обескураживает. Каждой минутой моих солдат тут все больше. Боишься сразиться один на один? Если бы твой дроид не вмешался, я бы с легкостью тебя убила. Ничего, приятель, не слушай ее.
отсюда не уйдешь. Один из рабочих, строивших гробницу, умер до того, как она была завершена.
Какие артефакты Империя бы упустила, не начни ты шнырять на этой глухой планете. Думаешь, оно того стоит? Я слышал, проект Бур принес большие потери. Штурмовики и рабочие. Пушечное мясо. Ты чудовище. И это, чем меня сделала Церы. Я забрала артефакт на свой корабль для изучения. Жаль, что ты не успел. Можешь красть что угодно. Ты никогда в этом не разберешься. А ты смог бы? Еще немного и узнаешь. Пожалуй, я рискну.
Я заметила кое-что, пока осматривала этот саркофаг. Это место прекрасно подходит для устранения вредителей. Ты заманила меня сюда. В этом и был твой план? Ты правда туп, как разборщик. Падаван? Так где сила? Повсюду. Она вокруг меня. Она внутри меня. Именно. Она связывает тебя. Настанет время, когда эмоции, боль, изнеможение запутают тебя. Ты подумаешь, что отрезан, изолирован. Это лишь иллюзия. Твой меч лежит здесь, вдали от тебя. Но вас все равно связывает сила. Ощути эту энергию. И призови свое оружие. Сила вокруг тебя, внутри тебя, связывает тебя с мечом. Не отвлекайся ни на что. Сила течет во мне. Она связывает нас. Да, пожалуй. Что, нарушил твой план? К счастью, я всегда предусматриваю случайности. Thank you.
Иди сюда!
подношение погребенному здесь мудрецу. В то время считалось ценным –